Это что? Особый транспортер ценных грузов. Или товарищ Лутягин, как его в шутку прозвали сотрудники. Ценный груз — это хорошо. А что же он за ком? В его основе лежит прототип вечного полимерного двигателя, который заставляет... Скучно. Короче. Он быстро перемещается между заданными точками. Стоит его отпустить. Да он стоит намертво. Сломался ваш вечный двигатель.